Спасибо большое, глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Уже много было сказано по поводу нутритивной недостаточности онкопациентов. Постараюсь акцентировать внимание на проблему, которая возникает при проведении химиотерапии. Проблем достаточно много, поэтому будем обсуждать. Но, как уже говорилось здесь, что недостаточность питания, она приводит за собой, тянет весь этот конвейер, возникает такой, получается, порочный круг, который осложняет друг друга. Вот, чтобы его разорвать, необходимо, как говорится, создать такое условие благоприятное, чтобы была адекватная нутритивная поддержка. В последней статистике у нас проводится вот выборка, у нас была выборка 105 пациентов, из них около от 5 до 25% вот онкологических пациентов имели форму такой кахексии. У 45% отмечалось снижение массы тела. Госпитальное голодание у 30%. Поэтому достаточно большой получается процент. Это от порядка от 46 до 88%, которым необходимо назначение нутритивной поддержки. Вот из этой выборки 105 человек у нас распределились следующим образом. Большая часть пациентов это были пациентки с раком молочной железы, на втором месте мелкоклеточный рак легкого, на третьей позиции колоректальный рак. Всем на 100% назначалась химиотерапия, химиолучевая терапия имела порядка 19%, и операции. То есть в анамнезе те пациенты, которые прошли оперативное лечение, было 21%. Пациенты, которые имели и химиотерапию, и операцию, конечно, это очень тяжелые пациенты, даже с такой определенной формой, как ХИКСИ, которые даже приходилось отменять химиотерапию, редуцировать химиотерапию для того, чтобы стабилизировать состояние пациента. Ну, как уже говорилось здесь, что основные показатели диагностики недостаточности питания мы проводим по этим позициям, то есть какая адекватность приема пищи за последний период была, индекс массы тела, тяжесть заболевания на данный момент времени, сопутствующие заболевания, ну и какая потеря массы была за этот период. На фоне химиотерапии конечно, очень, как я уже говорил, вырабатывается очень сильная нутритивная недостаточность. Из-за этого много меняется этих позиций. Вот вы видите на слайде, и изменяется аппетит, и режим питания, физическая активность и так далее. Но все показатели очень важны для того, чтобы определить в том числе дальнейшую тактику химиотерапии. Все явления, которые при химиотерапии, конечно же, имеется определенное влияние делится на первичную и вторичную. Вот, первичное – это снижение объема потребляемой пищи, анорексия, вторичное – это разделяется на две тоже позиции – вторичную опухолевую и вторичную ятрогенную. Значит, вторичное влияние характеризуется обычно набором таких симптомов. Связано это с тем, что вследствие химических агентов, применяемых при химиотерапии, происходит очень сильное влияние на триггер-зоны, что вызывает очень сильную диспепсию. Также приводит к дефициту микроэлементов, вот, например, цинка, когда изменяется, и вот, как говорили уже в предыдущих слайдах, что изменяется буквально каждый день, может меняться вкус, может меняться состояние пациента, и поэтому иногда это связано просто с дефицитом микроэлементов, которые тоже нужно учитывать при нутритивной поддержке. Также вот очень важное, потом мы чуть попозже обговорим этот момент, касаемый такого осложнения, как мукозиты. Это, так скажем, часто сопровождаемое явление при химиотерапии. Здесь представлены наиболее часто назначаемые препараты химиотерапии и как проявление побочных эффектов их. Практически каждая группа халкилирующих соединений, группы антиметаболитов,
антрациклиновые антибиотики по типу рубамицина и так далее, конечно же, они наибольший процент осложнений дают вот этим явлениям. Поэтому, конечно, очень часто приходится, опять же, как я бы говорил, приходится даже отменять такую терапию и корректировать дальнейшие действия. Препараты таргетной группы, препараты, они имеют меньшие побочные эффекты, антиэстрогены, антиандрогены, они также имеют, но не так сильно, как вот вышесказанные. Параллельный подход в данной ситуации мы используем практически всегда, то есть это определенная стадия, оценка пищевого статуса, разработка плана, разработка сразу мы стараемся вести планы внутритетной поддержки. На уровне старта терапии, конечно, также и даем старт при внутритетной поддержке в зависимости от того, как пациент переносит это лечение. В алгоритме также здесь мы ведем, то есть выбор, сначала выбираем методику внутритетной поддержки, потом определяем режим, то есть количество килокалорий на миллилитр, мониторинг и в конечном оценку внутритетной поддержки осуществляем. Значит, оценка проводится внутритетной недостаточности, как уже тоже говорили на этом слайде. Осмотр, пищевоанамнез, собирание, лабораторное исследование и проведение антропометрии. Часто и, в принципе, для оценки нутритивного риска разрабатываются универсальные инструменты скрининга. Одни из них являются опросники, которые регламентированы и которые помогают, скажем, быстрее и очень эффективно оценить нутритивный статус пациента. Первичный скрининг проводится по трем позициям. Это тоже разработана методика для химиотерапевтов. То есть наблюдалась ли у пациента потеря веса, было ли снижение питания и страдали пациент с серьезным заболеванием, например, проходит какую-то интенсивную терапию или противоопухолевое лечение. Ну, естественно, при каком-либо «да» сразу мы переходим к следующему блоку. А слово «да» практически говорится всегда у пациентов, принимающих химиотерапию. И, соответственно, высчитывается определенное количество баллов, и по общей сумме баллов уже высчитывается определенный питательный статус. Что касается, вот, например, вам субъективной общей оценки, которая в виде опросника, который помогает нам оценить нутриционные риски в том числе. Вот, согласно рекомендациям Европейского общества химиотерапевтов по типу АБВГ, разработано было в 2008 году, и использование на практике периодически мы это проводим. Здесь нужно ответить на вопросы, было ли снижение за последнее время массы тела, имело ли снижение аппетита или как следствие снижения объема питания, была ли показана внутритивная поддержка или все проходило без нее, ну и, конечно, высчитывается определенное количество баллов. Снижение веса за последние 6 месяцев от исходной массы тела у пациентов в нашей группе определилось как максимально. Это показали пациенты с онкозаболеваниями головы и шеи, рак желудка, которые имели наибольшую динамику в снижении веса. Также в объеме потребляемой пищи пациенты с этой группы заболеваний также имели ведущие позиции в этой ситуации. До начала химиотерапии оценка физической активности нам необходима для подбора нутритивной поддержки, вот, и поэтому осуществляется практически всегда. Что касается оценки нутритивного риска, обычно используются два индекса. Индекс нарушения питания и индекс массы тела по Кетлин, всем известный. Вот. И вот что касается верхнего индекса, могут не все знать этот момент. В этом индексе мы высчитываем формулу, где включены масса тела исходная, масса тела в настоящий момент, умноженная на уровень альбумина.
Ну, индекс массы тела знает, не буду на нем останавливаться, продолжим дальше. Что касается индекса массы тела, который значит, в нашей группе распределился именно таким образом. Большая часть пациентов имели средний вес, ну, так за счет того, что большая часть пациентов были с раком молочной железы, которые имели небольшое снижение по весу. Но все пациенты, которые имели рак желудка, колоректальный рак, онкологию в области головы и шеи, они, конечно, имели основные позиции, касаемые 24%. Степень нутриционной поддержки, недостаточности, я не буду останавливаться, уже тоже Валерий Матвеевич говорил об этом, поэтому. Вообще, в целом, по соотношению уровня альбумина, сывороточного альбумина и лимфоцитов, то можно сказать так, что снижение уровня альбумина ниже 35 грамм на литр приводит к увеличению послеоперационных осложнений в 4 раза, после операционной летальности в 6 раз. Снижение лимфоцитов менее 1500 послеоперационной летальности увеличивает в 4 раза. При сочетании увеличится более чем в 20 раз. Поэтому, конечно, вот эта оценка очень необходима, важна для прогнозирования риска, индекса риска нутриционного. Также здесь у нас была проведена статистика по поводу пациентов с солидными опухолями. Вот, и также лидирующие позиции занимают колоректальный рак и рак желудка. Значит, причины снижения веса, причины снижения объема потребления пищи включают, как правило, большая часть пациентов жаловались на снижение аппетита, на тошноту, то есть проявление верхней диспепсии, изменение привычного вкуса еды. Очень бывает, особенно пациенты, которые первый раз проводили химиотерапию, им очень бывает тяжело адаптироваться, просят прервать курс лечения. То есть здесь очень важна поддержка и как родственников, поддержка психологов, приходится даже просить помощи для того, чтобы или продолжить, или максимально осуществить объем проведения химиотерапии. При изменении вкусовых ощущений большая часть пациентов вот на данной группе предпочитает нейтральный вкус, меньшее количество выбрали горький, естественно. Поэтому это, так скажем, в анкете мы проводили для того, чтобы оценить дальнейший подбор нутритивной поддержки в плане вкусов, для того, чтобы пациенту было, скажем так, удобно использовать нутритивную терапию. Какой способ выбираем? То есть начинаем всегда с перорального питания, сиппинга, и заканчиваем парентеральным питанием в случае. Особенно нижнюю строчку обычно занимают пациенты с онкологией области головы и шеи. Потребность пациентов белки и энергии распределилась так, то есть для пациентов, у которых минимальная физическая активность 20-25 килокалорий на килограмм, при пациентов амбулаторного звена это обычно 30-35 килокалорий на килограмм. Стратегия трех позиций – найти, накормить, наблюдать. Да? То есть сначала мы проводим скрининг, потом определяем тактику объема нутритивной поддержки, определяем смеси, какие в данном случае необходимо использовать, и в дальнейшем происходит мониторинг. Вкусовые предпочтения на фоне терапии большинство пациентов как называют терпимые, но есть группа пациентов, которые, скажем, отказывались полностью, приходилось прибегать к другим методикам. Что касается изменения физической активности, то если сравнивать, опять же, в нашей группе из 20 человек, мы выбирали и сравнивали позиции, как было до и как после с нутритивной поддержкой. Естественно, что каждый процент, особенно в строчке в основном, где пациенты были, имели минимальную физическую активность, у них 0% было. То есть это, скажем так, значимо для такого рода пациентов. Что касается муковитов, осложнений, которые достаточно часто преследует проведение химиотерапии. Муковиты – это
состояние, когда возникает эрозивно-эритематозное поражение слизистой пищеварительного тракта, так пищеварительная система очень имеет обновленную структуру клеточную, поэтому поражение происходит и на уровне полости рта, и на уровне пищевода и так далее. Это, конечно, определяет вот ситуация, связанная с осложнениями, определяет и дальнейшую тактику определения внутритетной поддержки. Обычно у этих пациентов мы используем смеси, богатые омега-3 жирными кислотами, глютамином, для того, чтобы максимально был противовоспалительный эффект. Далее, значит, небольшая была группа пациентов, которые для того, чтобы понять, да, какая причина отказа была, большинство случаев определяли, что химический вкус имеет, некоторые пациенты определяли, что очень выраженная тошнота, и некоторые просто отказывались, говоря, что зачем я и так хорошо питаюсь, у меня аппетит есть, мне поддержка не нужна. Вот, поэтому приходится даже не с первой попытки, но со второй, с третьей убеждать пациентов, что это необходимо. Поэтому бывает тут и ситуация, связанная с психологией. Что касается алгоритма выбора, ну я уже говорил, не буду останавливаться здесь. И, как обычно, начинаем с сиппинга, то есть малыми порциями, малыми глотками. Обычно начинают с высокобелкового питания, но если у пациента выражен гиперметаболический синдром, то с пониженным сывороточным содержанием казеина того же. Обычно выбор идет на смеси, где большое количество омега-3 жирных кислот, глютамина. И также в данной ситуации обязательно смотрится уровень гликемии, потому что у пациентов с гипергликемией обычно выбирают смеси или без глюкозы, или с минимальным содержанием ее. Вот то, что я уже говорил, если есть мукозит, то мы выбираем омега-3 полинасыщенные жирные кислоты, смеси питания. Если не без, то обычно высокобелковое питание. Ну, рекомендации основные, которые повторю, то есть использование высокобелкового питания для сиппинга является более предпочтительным. Предпочтительнее использовать энтеральное питание, обогащенное фармаконутриентами, омега-3 жирные кислоты, глютамин. Также недавно... Не так давно появился такой фактор под названием трансформирующий фактор роста бета-2 или ТГФ-бета-2. Вот. Он содержится в смеси под названием модулин IBD. Компания SLE тоже используем иногда для того, чтобы был наиболее эффективный противовоспалительный ответ. Рекомендуется использование перорального энтерального питания для профилактики. Применение перорального энтерального питания, обогащенного омега-3 жирными кислотами, пищевыми волокнами для профилактики гастроинтестинальной токсичности. Ну и, конечно же, на всем протяжении, как до химиотерапии, особенно за 2 недели, как во время химиотерапии и после, конечно, необходим мониторинг постоянный, причем в зависимости от изменения плана химиотерапии также проводится обязательный мониторинг, хотя бы мониторинг трех вопросов, скрининг самый простой, который помогает нам контролировать процесс нутриционной поддержки. И рекомендации на амбулаторном этапе, вот, после завершения выписной эпикризис должна обязательно быть запись о динамике нутритивного статуса, о проводимой нутритивной поддержке и о дальнейшем, чтобы пациент знал в дальнейшем, как действовать ему. Должно быть рекомендовано продолжить контроль за массой тела в домашних условиях, обязательно, возможно, даже ведение дневника веса для того, чтобы при дальнейших контактах с пациентом и консультациях была какая-то видна динамика, потому что не всегда могут пациенты субъективно оценить ситуацию, связанную с этим. Конечно же, в идеальном случае необходимо ведение на амбулаторном этапе пациентов диетологом квалифицированным для того, чтобы пациент был под контролем до, допустим, следующей химиотерапии. Но в заключение могу сказать, что неотъемлемая часть терапии, нутритивная поддержка – это неотъемлемая часть терапии реабилитации. При хорошем подборе нутритивной поддержки эффект химиотерапии возрастает около 20%, поэтому эта статья очень важна. Ну и заканчиваю свой доклад классикой, что
действие диетических средств, продолжительное действие лекарств, скоро приходящие. Наши пищевые вещества должны быть лечебным средством, а наши лечебные средства должны быть пищевыми веществами. Гиппократ, 390 года нашей эры, книга о диете при болезнях. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Артур Степанович. Пожалуйста, вопросы к Артуру Степановичу. Хорошо, Артур Степанович, давайте, и пока все думают, да, вы вот такое прославленное, известное учреждение, Институт онкологии, с хорошей историей и в плане химиотерапевтической лекарственной помощи тоже. Скажите, пожалуйста, вы имеете возможность не только полечить больного, но еще сделать какие-то обобщения. Как, на ваш взгляд, какой процент больных, получающих химиотерапию, нуждается вот в этой самой нутритивной поддержке? Каждый второй, может быть, каждый десятый, по вашим данным. Это первый вопрос. И второй вопрос. Какая, на ваш взгляд, наиболее токсичная в этом плане схема химиотерапии? И какая наиболее уязвимая локализация? На каких больных особо следует обращать внимание? Спасибо за вопросы. Значит, отвечаю на первый вопрос. Пациенты, получающие химиотерапию, на мой взгляд, это порядка 90%. В меньшей степени или в большей степени, как правило, отдельной когортой стоят вот в нашем отделении это пациенты с раком молочной железы, потому что они не так требовательны в данной ситуации. Хотя снижение веса у таких пациенток около 40%, что, в принципе, тоже требует определенной тактики. Что касается второго вопроса, могу сказать, что, конечно же, как я уже говорил, основные осложнения, связанные с диспепсией, с мукозитами. Здесь очень важна тактика, потому что иногда вот даже такое осложнение, как мукозиты, приводит к тому, что пациент не может использовать даже энтеральное питание, что требует зондового питания, в том числе даже парентерального питания, хотя такой процент, слава богу, небольшой, порядка 3-5%. Спасибо, спасибо. Будут ли еще? По-разному. Есть, ну, конечно, мы рекомендуем покупать своим смеси. Есть, вот проводилось, скажем так, по нутридринку определенное исследование, и пациенты получали его бесплатно. Ну, чаще всего, конечно, процентов 80 пациент покупается. Ну, вы-то считаете, что это нужно, да? Конечно. Вы что не закупаете? Закупка происходит, но это уже не моя компетенция. То есть там в зависимости... Там в зависимости от объема квоты, а квоты, они как бы ограничены в этой ситуации. И не всегда учитывают нутритивную поддержку. Хорошо, спасибо.